Предприниматели региона презентовали свою продукцию населению. Этой компании легкой промышленности и производства строительных материалов, производители продуктов питания и одежды. В мероприятии под названием «Сделано в Атырау» приняли участие представители компаний. На выставке представлена продукция около 150 производителей. Объем и формат товаров разнообразен. Известно, что двухлетняя пандемия принесла немало хлопот отечественным производителям. На мероприятии представители бизнеса представили свои товары широким массам, обменялись опытом. Все вставляют свои товары, показывают, пропагандируют наши выставку, посещают крупные руководители крупных компаний и население, и иностранные граждане. Они все сейчас заинтересованы. Наши крупные компании. Нефтесервисные компании, они заинтересованы, чтобы развивался местный товаропроизводитель, поэтому они сейчас не поддерживают, и сегодня они подписывают некоторые компании некоторыми наших производителями. Предприниматель Гульфара Исмагулова уже 20 лет занимается бизнесом в рыбной промышленности. Свою продукцию она реализует не только в Атырау, но и за границей. За сезон трудоустраивает 300 рыбаков. На постоянной работе у нее занято 150 человек. С 2002 года занимаемся ловлей рыбы, ее глубокой переработкой. Производим 17-18 видов различной продукции. Экспорт был затруднен из-за пандемии. И в связи с тем, что рыбы стало меньше, тоже возникли проблемы. Особенно осенью стало меньше, только отправили на казахстанскую территорию. Сейчас уже почти неделя, как мы вышли ловить рыбу, неплохо. Вода тоже прибывает. На мероприятии присутствовали начинающие молодые предприниматели. Они обменялись опытом с крупными товаропроизводителями, получили информацию о мерах государственной поддержки. Торгын Жортабай, Сухия Каттарғызы, Айбек Галымов, телеканал Атырау.